Так, я сейчас накажу. Капитан, это не отработка, это фигня получается. Собака, блин. Пошли, пошли. А что ты падаешь? Мате, поменялись, второй номер. Хаджи. Эй, стоп! Мате! Мате! Почему поезд валяется? Не упал, значит надо одеть. Еще раз. Взяли с собой. Да, взяли. Сделали шаг, захватили, подняли. Делаем бросок и держим его. Чтобы его... Держать его надо, чтобы он не коснулся. Увижу сразу, поменяю, будет другое делать. Одеть пояс. Всегда надо партнера держать. Эй, я сказал, поменялись. Брось его пару раз, Гриша, чтобы он понял, что это больно. Нет. Еще раз, возьми захват. Очень сильно, чуть шире. Левая нога назад. Левая нога. Близко стоите очень. Наклонитесь чуть-чуть. Николай, время идет. Георгий, бросай его. Так, иди сюда. Ты что падаешь? Ты бросаешь, почему ты упал? Еще раз я говорю, почему ты упал? Не знаю. Держи его. Правильно он за собой тянет. Пошли, заднюю подножку сделали. Свести. Мате. Так. Сейчас. Еще раз. Посмотрите внимательно. На себя не падайте, когда вы тренируете, когда вы боретесь. Не надо падать на себя и тянуть. Коснулся лопатками, проиграл. Что это за борьба? Берешь и на себя тянешь. Только циронелы так делают. Ну да, которым свое здоровье не жалко. Так. Дан Кунгурянов. Да. Так. Этот, Цуркан. Сюда, Даник, идешь к Маше. Приготовились. Сейчас аккуратненько, потихонечку боремся. Без бросков. Хаджиме. Потрите, взяли захват. Можно снимать кимоно? Можно. Можно снять кимоно, но пояс оставить.